Всем привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня на дворе уже осень, ну и мы, как по традиции, каждые 3 месяца отсканируем каналы. Сейчас мы увидим, что можно смотреть осенью на спутнике, какие каналы появились, какие каналы ушли, ну и вообще, что можно настроить, что можно отсканировать и какие каналы посмотреть. Отсканируем мы сегодня 2 спутника. Это Амос 4 градус и Сириус 5 градус. Итак, давайте, ну, будем сканировать не полностью спутник, а отсканируем самые интересные частоты. Давайте мы начнем спутника Амос. Итак, первая частота, которую я хочу отсканировать. Сейчас найдем ее. Это у нас частота. Так, сейчас, вот она. Это 11140. Следующая частота 11175. Следующая частота. Это у нас. Сейчас мы ее найдем. Вот она. 12297. И еще одна частота, это 12340. Ну, теперь давайте синей кнопочкой все это отсканируем. Так, вот вы видите, уже каналы пошли. Сейчас мы все это отсканируем, посмотрим, какие каналы работают на этих частотах. Так, нажимаем выход. Так, и вот первый канал. Это у нас канал ОЦ Допомога. Первый деловой. ЮА Закарпаття, видим значок кодировки. Но он работает. Это кодировки БИС, поэтому он есть. Вот ТЭС-4 отсканировался. Здесь у нас рамка ICTV. В формате SD прямой, Женева ТВ, это реклама, ЮА Культура, он у нас идет кодировки БИС, ЮА Донбасс, Караван ТВ, сейчас мы его нажмем, это реклама, Тест 2, здесь у нас рамка, Тест, 5-й канал, Натали, Миледи Телевижн, Прованс, ICTV UA, это международная версия канала ICTV, STB, новый канал, сейчас посмотрим, работают эти каналы, да, все работает, новостной 24, ЭКО-ТВ, прямой, тест 3, тоже видим здесь, нет, ЮА 1, ЮА Крым, STB HD, работает, ICTV HD, новый канал, М1 HD, М2 HD, ОЦ HD. Так, смотрим, он идет у нас. 12 канал. Так, посмотрим, 12 канал что-то у нас не показывает. А нет, показывает. Все работает, нужно немножко подождать. Но он работает. Дальше у нас идет канал Галичина в формате HD, Первый Захід, Рада HD, World Revolution, Black Sea TV, 8-й канал, Теле Всесвіт, Мальотка TV, мультики, ну и все. Следующий спутник, который мы отсканируем, это будет спутник, сейчас выберем кнопочкой SAT, сканирую я тюнером на SAT Integral 1319. Так, сейчас мы отсканируем спутник Astra. Тоже будем сканировать не все частоты, а самые интересные, которые у нас хорошо работают. Итог, первая частота, сейчас мы ее найдем, вот 11747, ставим галочку, 11766, дальше идем
Где мы идем? Давайте вот это 11938 посмотрим, будет что или нет. Следующая частота у нас 12.073. На этой частоте идут каналы T2MA, но Flat Integral его не поддерживает, поэтому они не отсканируются. Ну, на всякий случай поставлю, посмотрим. Следующая частота 12.130. Дальше 12.284 частота. Так, давайте еще отсканируем. 12.380. Ну и еще одну частоту. Вот эту отсканируем. И нажимаем синюю кнопочку. И сканируем. И посмотрим, что у нас будут за каналы. Видите, каналы пошли. Много есть, конечно, уже кодированных. Ну, есть открыто. Сейчас посмотрим, что у нас есть на этих частотах. Ну, 12.073, как мы видим, пропустили, потому что, ну, SAT-интеграл не поддерживает T2MA. Ну, а у кого там, например, реклам или какие-нибудь тюнеры, что поддерживают эту частоту, можно, конечно, отсканировать. Но здесь видим уже 95 каналов, поэтому на спутнике сейчас выбор хороший, много есть чего смотреть. Так, давайте сейчас посмотрим. И вот один телетрек, он у нас кодирован. Следующий канал у нас 5 Украина в формате HD, он работает. Канал Свобода, Голос Америки работает. Апостроф идет сигнал. Сваружичи, давайте посмотрим. Есть он, работает. ЕРК, это канал, не знаю, что такое, он не работает никогда. Канал Аполос, тоже обозреватель. English Club у нас кодированный в кодировке Very Matrix, это доступен в пакете Viasat. 1+1 обычный. 1+1 в формате HD. Квартал, давайте проверим вот этот канал. Этот канал у нас кодирован. TED++, BigD, это все у нас работает открыто. Квартал TV International идет кодирован. Давайте 2+2. 2+2 показывает. Здесь можно смотреть футболы. 1+1 международная версия. И идет в кодировке BIS. Нужен ключик. Paramount Comedy и Dacia скодированы в кодировке Very Matrix. 24 канал у нас идет. Канал Fauna идет открыто. Канал Наука открыто. Terra открыто. И канал Охота Рыбалка или Трофей. Трофей тоже идет открыто. Фильм Юадрома кодирован. Да, кодирован. 36.6 кодирован. Paramount и Нептюн скодирован. Открытый у нас канал Union TV. Новостной канал. Эпоха кодирован. Канал Аверс у нас есть, идет открытый. Дальше. Star Cinema у нас кодирован канал. Star Family тоже плюс-плюс мультики у нас идет открыто. Paramount Comedy кодирован. Тест 3 у нас. Поэтому идет канал Распакуй. Union у нас открытый. Кус-кус кодирован. Тест 3+. Это что за тест у нас? Тоже это какой-то рекламный канал. U-Travel кодирован. Union открытый. Канал Дом у нас идет. Espresso TV, ICTV, перший RSR. Это канал, сейчас посмотрим, что это такое. Канал идет открыто. Малютка TV, 1+1 International, Надия, Солнце. Это все у нас открытые каналы идут. Пятый канал. Церковный Нью Кристиан, Соната, ЮНС, Прямой, Апостроф, Espresso, Киев. Идет Распакуй еще. Вот этот рекламный канал у нас идет открытый. Гюнас ТВ. Это у нас
азербайджанский канал, SNB International, Vision, Deutsche Welle, германская версия у нас идет, белорусский канал, Белсат, идет у нас открыто. Дальше у нас идет Интер, частота 12437, Интер HD, NTN, NTN HD, Mega, Mega HD, K1, K1 HD, K2, K2 HD, это все работает открыто, Zoom, Zoom HD, Pixel, Pixel HD, Interfilm, Interfilm HD, Inter Plus HD, Inter Plus HD. Вот и все. Вот такие каналы идут на спутниках Astra Amos. Так что осенью можно свободно сканировать свои эти норы. Вот видите, 122 канала нашло на этих частотах, которые у нас доступны. Ну, пусть там каналов 10 кодировано, и остальные идут открыто. Вот такая ситуация на спутниковых частотах осенью 2022 года. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь обязательно, потому что много людей смотрят, но почему-то не подписываются. А подписка мне очень нужна, чтобы канал продвигался и чтобы я больше радовал вас новыми видео. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.